Стал дороже на 3 рубля. В Хандаге Тампонского района увеличилась цена на хлеб. Как правило, повышение стоимости происходит ежегодно, и разница не такая уж и большая. Тем не менее, жители переживают, что при открытии паромных переправ цена еще раз увеличится, и не только на хлеб. Подробности далее. В Хандаге почти месяц как подорожал хлеб из муки высшего сорта и составляет вместо 50 рублей за булку 53. В соответствии с федеральным законом и законом Республики Саха-Якутия о наделении органов самоуправления государственными полномочиями по регулированию цен и тарифов на отдельные виды продукции, товаров и услуг, производители обязаны предоставлять в администрацию района расчет себестоимости, а также анализ затрат. Стоимость булки хлеба составила 52 рубля. Это складывается из подорожания дотационной муки, которая завозится Якутабторгом, повышение стоимости ГСМ и энергоносители. Также дополнительно 1 рубль взимают субъекты торговли за реализацию данного вида продукции. Удорожание происходит ежегодно. Сумма повышения цены на хлеб вроде не так велика, но при открытии паромной переправы, которых от Якутска до Хандаги 2 штуки, у населения вызывает тревогу еще большее удорожание на все продукты. И в первую очередь это ударит по малоимущим и многодетным семьям, пенсионерам и инвалидам. Самое первое необходимое – продукт вообще-то. И получается, если вот сейчас дорога откроется, еще больше удорожание будет и муки, и всего. Поэтому я считаю, что это не очень хорошо для нас, для населения. Навигация осенью закрывается, а цены на продукты питания и другие товары не понижаются. И так происходит ежегодно. Нина Ханарова, НВК Саха, Хандыга.